что, сестренка, в этом году я останусь в ее колледже. Не надейся. Ой. Я все равно докажу тебе, что серебро лучше. Малышка, люди всегда больше любили золото. Ну, это мы еще с тобой посмотрим. Сладких снов, золотуха. И тебе, серебряная. Да, очень круто, я хочу еще один. Еще и сами вырядили золото и серебро. Приветик всем! Давай, как ваши каникулы? Девочка, а ты распишешься мне? Ну, конечно. Давай. Мы подготовили для тебя подарок! Ух ты! Спасибо вам огромное! Еще одна. Сколько можно? Не завидуйте. Девочка, а у нас для тебя есть сюрприз. Спасибо, ребят. Эй, я не поняла. А почему мне какая-то статуэтка, а ей Оскар? Вы меня не любите. Как это? Конечно, любим. Мне тоже больше Ева нравится. Предатели! Выпустите меня. У меня теперь свой фан-клуб. Мой фан-клуб круче. Увидимся на уроке. Как же меня достали эти чокнутые сестры! Нужно сделать так, чтобы все фанатели от меня, а не от них. Доброе утро, ребята! У меня важное объявление! Прекратите драться! Вы же сестры! Какой же мистер Донни Лапочка! В колледже будет проходить конкурс на лучший костюм! Я хочу! Успела. Девочки, рад, что вы решились. Мне будет шикарная золотая пара. Серебряные. У меня будет наряд сюрприз. Что? Что? Рэн, ты тоже будешь участвовать? Да, я не дам никому из этих выскочек выиграть. Не смеши меня. Золотой всегда побеждает. И серебро тоже. Посмотрим, как вы будете плакать, когда я переманю ваших фанатов и стану популярнее у вас. Ничего, я найду способ вас устранить. Тихо, а ну успокойтесь. Я должна обставить в конкурсе этих дур. Кем мне лучше быть? Сильвер или Голд? Тук-тук! Вы что, не видите? Я занята! Доченька, ты не пришла к ужину, а мы все переживали! Принесли тебе еду в постель? Не нужен мне никакой ужин! Хватит, ты чего? Я не знаю, что мне делать! Скоро в школе конкурс костюмов! Не переживай, мы тебе поможем! В школе есть две мерзкие сестры, и они не дадут мне победить! Вся школа их любит. Почему? Потому что одна из них золотая. Такая крутая, лакшери. А вторая серебряная. Та еще выскочка.
Ты будь собой, и у тебя все выйдет. Я недавно смотрел такую толку про бронзовый век. Так вот, бронза очень прочная. Она разнесет ваше золото и серебро в пух и прах. Пойдем, дорогой, вам нужно отдохнуть. Будь собой, доченька. Бронза, говорите? Отличная идея! Да ты поставила меня перед папой, чтобы слить с конкурса. Что это бред? Ты сама это придумала, чтобы меня слить? Блин, ну это все бред! У нас с тобой нормальная успеваемость. Вот именно! Нас точно кто-то подставил! И это сделала ты! О, нет, ты! Прекрати! Вы что, всю ночь дрались? Да. Хочу вас огорчить, но вы не получите никаких айфонов. Что? Вашего папу очень расстроило письмо из колледжа. Потому теперь никакого конкурса и айфонов. Чё? Нам что, целыми днями зубрить? Да, пока не станете хорошо учиться. Но это неправда. У нас с Тиной хорошие оценки. Нас кто-то подставил. Ты! Не надо вешать мне лапшу на уши! Вам все равно придется хорошо учиться! Ну и где все? Почему в столовке так пусто? Ага! Обычно вокруг нас всегда есть наши фанаты! Точно! Фанаты за нами по пятам ходят! И где они теперь? Мадамы, не помешаю? Помешаешь! Вот и отлично. Меня зовут Крис. А вы необыкновенно красивые девушки. Что-то не так? А, понял. Что вы делаете сегодня вечером? Домашку. Нас родители наказали. А как насчет свидания с одним красавчиком? Были бы не против. Только вот пока никакой красавчик нас никуда не звал. Я вас зову. Ты? Ну, если честно, ты... Кого из нас ты приглашаешь? Обеих? Он хоть и кринж, но чисто из-за принципа я тебе его не отдам. Я тоже. Не позволю тебя обойти меня ни в чем. Я согласна. Отлично. Тогда до встречи с каждой из вас, красотки. До встречи, красотки. Мой будет мой? Нет, мой! Я сказала, нет, мой! Где она лазит? И Тиночка будет богиней. О, Тиночка. Стернявый. Привет, Крис. Ну что, присаживайся. Ну что, принцесса, как тебе ужин? Может, ты мне уже подаришь букет? А, да. Ну что, хочешь быть таким крутым парнем, как я? Подожди, я же только пришла, я еще не успела поесть. Я все понял. Я не смог покорить твое сердце. Но я все исправлю. Вот. Это что, айфон? Ну да. Фигня. Мне родаки обещали за хорошие оценки поновее. Ну вот что мне еще сделать, чтобы ты была со мной, Чиночка? Знаешь что? Мне больше ничего не нужно. Пускай его его себе забирает. Я больше не выдержу. Стой! Блин! А, нога! Меня же Ева еще ждет. Где этот Крис? Я что, зря в окно лезла? Ева! Чего тебе? Это тебе от Криса. От Криса? Тише, я не хочу, чтобы меня здесь увидели.
А где сам Крис? Крис, ты где? Прости, Ева, я в пробке застрял. Я попросил Тайлера, чтобы он тебе передал розу от меня, да. Ух ты, как мило. Стоп, в какой пробке? Ты в столовой сидишь? Да нет, я в пробке еду, вот это вот, слышишь, бебе? Кому ты там сигналишь? Вау, у него еще и тачка есть. Так что, значит, ты хочешь сказать, что ты хочешь со мной встречаться? Да, конечно, да. Ты такой щедрый и заботливый. Правда? Ну тогда супер. Встретимся завтра. Почему? Я подожду тебя тут. У меня теперь есть парень. Все, я могу идти? Да, вали. У меня теперь есть парень! А Тина лохушка, он походу ее опрокинул. Золотая принцесска готовится к конкурсу. Ой, я бы на твоем месте делала то же самое. Хотя, зачем? Ты все равно проиграешь. Только не думай, что ты до сих пор звезда школы. Не смей его трогать. Эй, стой, ты что творишь? Помогаю с поражением. Вы же мои фанаты! Она меня обижает! Но атаку! Поняла, что случилось? Мы больше не фанатеем от тебя и от твоей сестры. Как это? Почему? Гвен права. Вы любите только себя. А мы просто жертвы ваших разборок. Что за бред? А обмен нами реально дорожит. Это полный трэш. Меня унизили. Мои же фанаты. Удачного бала, золотуха. Если не сдадите этот тест, я не смогу допустить их к участию в конкурсе. Что? Потому пишите на отлично. Мне тоже не хочется, чтобы вы пропустили такое событие. Блин! Наш папа совсем свихнулся. Почему он так помешан на учебе? Пс, Тина! Я уже поняла. Это тесты уровня Академии. Они очень сложные. Я ничего не понимаю. Капец! И что будем делать? Если не сдадим, то никакого конкурса. Так, спокуха. Пишем. С помощью рандома. Сила космоса, подскажи ответ на первый вопрос. О, спасибо. Пойму, что ты там увидела? Бук. Первая Б. Значит, это правильный ответ. Ты гений. Какой ужас! Почему? Простите, девочки. Ни одного правильного ответа. Вы не допускаетесь к конкурсу костюмов. Вы так дрались, что разгромили всю комнату. Только не говори, что это было не по факту. Не говорю. Абсолютно обоснованно. Я так хотела выиграть в конкурсе. И что теперь делать? Отец накажет нас еще больше. Мы будем сутками сидеть в кампусе. Ага. Кто это? Не знаю. Мистер Дони. Чего? Ставь на громкую. Привет, Тина. Здравствуйте, мистер Донни. О, вы вместе? Отлично. А что случилось? У меня для вас новость. Понимаете, произошла ошибка. Какая еще ошибка? Кто-то подменил ваши тесты.
Они были очень сложные и совсем не уровня колледжа. А мы говорили! Простите меня за мою ошибку. В качестве извинений возвращаю вас на конкурс. Ура! А мы тут немного намусорили. Да, не помешало бы убрать. Да, давай. За дело. Ой, подготовка к конкурсу идет полным ходом. Надеемся, ты будешь блистать на фоне Тины и Евы. Ой, а вы не слышали? Их отстранили от конкурса. Это уже не актуальная новость. Что? Я услышала, что им подсунули фейковые тесты. Мистер Донни узнал об этом и теперь возвращает девочек обратно на конкурс. Что? Ты все равно лучшая. Нет, так дело не пойдет. Эй, ты куда? Нам же нужно еще педикюр доделать. Какой же педикюр? Моя победа под угрозой. Да расслабься ты, давай лучше тебе прическу закончим. Нет! Некогда мне тут рассиживать! Нужно еще один способ придумать, как их устранить из конкурса! Надеюсь, она в таком виде выступать не будет. Так, где же их платье? О, нужно брать их и сваливать. Спокойней, я просто заберу платье и уйду, окей? Нет! Отвалите, пожалуйста. Отойди от платья, ведь ты не пострадаешь. Зачем вообще кому-то красть платье? Под моей подушкой лежат слитки, забирай и вали. О, такое я люблю. О, ну все, девочки, я погнал. Он порвал наше платье. Что нам теперь делать? Завтра же бал. Так, стоп. Давай хотя бы глянем, кто это. Крис? Привет, девчонки. Зачем тебе наше платье? Ой, парень решил меня выкрасть. Пойди отсюда, придурок. Я отдаю, девчонки, спокойной ночи. Ты чего? Мой парень оказался предателем, а я ему верила! Ну не переживай, он же все равно кринжон. Важно. Главное, что мы вместе. Спасибо, сестренка. А сейчас на сцену выйдет сестры Тина и Ева! Они все смотрят. Мне страшно. Пофиг. Мы это делаем для себя. Чмошницы! Я ухожу. Вот так. Стоять. Отдыхай. Ну что, как вам наши наряды? Полная фигня! Отстой! Походу им нравится. Продолжаем. Спрашивать мнение публики, очевидно, что Ева и Тина победили. Что? Этого не может быть, это нечестно!
гадила. Да ну вас! Что мы наговорили? Не знаю, пойдем узнаем. Успокойся, все нормально. Ты нам ничего не хочешь рассказать? Что значит ты нам гадила? А ты тут откуда? Как же мне надоели ваши рожи. Кстати, знакомьтесь, это Крис, мой брат. Что? Мадамы, не помешают? Это я его подослала. Зачем? Чтобы он замутил с вами обеими, рассорил вас, и вы перестали думать о конкурсе. Но не получилось, я не повелась на этого вонючку. Эй, я не вонючка. Как я могла встречаться с тобой? Говори, что ты еще делала. Ну, подменила тесты. Тина! Я уже поняла. Это тесты уровня Академии. Я хотела сделать все, чтобы вы их не сдали. Но как там мистер Дон заметил подмену? Тише. Ну зачем ты это сделала? Чтобы ваш папаша запер вас в кампусе! Секунду, какой-то имейл пришел. Из вашего колледжа. Когда я отправляла ему имейл, не думала, что он у вас такой строгий. Это ты сделала? Да ну я тебе сейчас! Ой, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте Гвен. И чем же мы тебя так насолили? Меня бесит, что вы постоянно в центре внимания. Такие звездочки. Одна золотая, вторая серебряная, сестричка. Тошнит от вас. Тебе никогда не стать такой, как мы. Потому что мы дружные. Даже когда мы ссорились, мы никогда не подставляли друг друга. Ла-ла-ла, вы живите в своем розовом идеальном мире, где все дружат. Пойдем, Крис, мне нужен другой колледж. Ну вот и все. Оказалось, что виной всему была бронзовая неудачница. Знаешь что, Ева, мы ведь во всем преуспели. И конкурс выиграли. Думаешь о том же, чем я? Отлично! Это будет компенсация за то, что нас заставили учиться. Хотя мы и так хорошо учились. И закрыли нас в кампусе. Спокойно, сейчас все будет. Сюрприз! У меня золотой, у меня серебряный. Все, как вы любите. Простите меня, я же не знал, что этот имейл фейк. Ну ничего, пап, зато мы поняли одну очень важную вещь. Что ближе друг к другу у нас никого нет. Какие мы молодцы! Мое золото и серебро! Люблю вас! И мы вас! Как же ты мне надоела! Сколько можно храпеть? Получил гнездин, тупица! На! Эй, Фигела, ты что делаешь? Ты мой телефон сожгла! Совсем ненормальная! Ну да, сожгла. И что ты мне сделаешь? Ну все! Да я сейчас... Что, вызовешь дух дождя? Да я! Я! Тебе не стыдно? Ты как себя ведешь с сестрой? Я запрещаю ссоры в нашем доме. И вообще, Ева, ты наказана. Месяц без угольных конфет. Родители, я очень сильно страдаю от Евы. Можно мне отдельную комнату? Доченька, это пока невозможно. Но мы с папой решили... В следующем месяце отправить тебя в круиз по океану! Я так давно об этом мечтала! Спасибо! Ой,
А я? А куда вы меня отправите? Я тоже хочу в отпуск. А ты, Ева, будешь сидеть дома и думать о своем поведении. Как так? Я же ничего не делала! Мама! Папа! Хватит! Мы не хотим с тобой говорить! Быстро в комнату! Ева! Твоя комната в другой стороне! Ну что за непослушная девчонка? Ого! Крис, неужели он мне снова пишет? Привет, Крис. Я тоже скучала. Как дела? Офигеть! Мы первый раз увидимся с Крисом спустя месяц общения переписок в интернете! Эй, Ева, ты где лазишь? Блин, тупая сестра идет. О, спрячься от нее. Эй, Евка, думаешь, я не знаю, где ты прячешься? Где твоя тайная комната? Вали отсюда! Закрой духовку! Эй, нет, я тебя буду дразнить путевкой, и ты мне будешь завидовать. Родители меня любят больше, чем тебя. Дорогая, мне кажется, нашу дочь нужно показать врачу. Это точно. То она уже с духовками разговаривает. Ева, выходи! Я до тебя доберусь! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Да? Ты ненормальная! Ты меня достала! А это еще что? Кто тебе разрешал залезать в духовку? Я всегда так делаю, когда мне одиноко. Ева, ты вообще понимаешь, что это опасно? Отвалите! Вы достали меня! Нет, моя путевка! Можно серьезно заняться ее поведением. Да. Будка для собаки почти готова. Думаю, Джерри очень понравится. Дорогой, давай, заканчивай уже свою работу. Я пирог приготовила. Тетя, дядя, спасите! Ева, ты что тут делаешь? Мама и папа меня достали! Они меня не любят! Они любят только Тину! Лель, видимо, твоя сестра так и не научилась воспитывать детей. Я сейчас позвоню и все выскажу. А нет, нет, не нужно. А то мне еще больше влетит. Можно я у вас перекантуюсь, пожалуйста? Конечно, конечно. Я же не выгоню свою племянницу на улицу. Тетя, ты лучше. Ой, а это что такое? Будка? Вау, да я и сама в такой пожила. Простите, простите, простите. Будка горит. Я знаю, что делать. Первое, это соблюдаем спокойствие. А второе, я сейчас вернусь. А это что? Мы будем жарить маршмеллоу. Эй, а как же будка? Где наш Джерри жить будет? Ой, да ладно тебе. Будка... тебе вышло. Я лучше для нашей собаки новую куплю. Простите, это все из-за меня. Евочка, не бери в голову. Все хорошо. Давай жарить маршмеллоу. Кажется, я определилась, чем поеду в круиз. Только, блин, еще целый месяц ждать. Капец. Тина, ты не видела Еву? Мы все обыскали, но нашу доченьку так и не нашли. А в микроволновке смотрели? Нет. Так она же любит лазить в горячих местах. Хотя, походу, Ева реально сбежала. Какой ужас! Нужно что-то делать! Я знаю. Нужно срочно позвонить волшебной тучке. Она нам точно поможет. Алло. Вы позвонили волшебной Кэсси Тучке. Если вы хотите узнать стоимость услуг, нажмите 1. Если хотите онлайн-консультацию, нажмите 2. Какое 1-2? Ты там совсем? У меня дочь пропала. Ее нужно найти. Давай дуй сюда быстро. Да-да, я вас поняла. Мне нужно кричать. Я скоро буду. Волшебная тучка Кэсси прибыла.
Ну, наконец-то ты пришла. Помогите нам. У нас пропала Евочка, наша доченька. Ее нужно найти. Не зря взяла приборы с собой. Сейчас все сделаю. Дорогой, а что она делает? Не знаю. Кажется, что-то чувствую. Ваша дочь где-то рядом. Неужели Ева не сбежала, и она в доме? Вот ваша дочь, я ее нашла. Ты вообще? Это Тина, она никуда не пропадала. Не поняла. Дорогой, выгони ее, она обманщица. Я случайно! Это какой-то логический сбой, простите! Мам, зачем вообще искать эту Еву? Она же противная. Точно! Ты права! Нам нужен новый ребенок! Эй! Мам! Я не это имела в виду! Ну, быстро успокоились. Тиночка. Мои малышки опять не спят. Ужас. Как из-за вас, девочки. Ева прямо очень непослушная. Ну, прямо очень. Вы должны любить их одинаково. Они скоро вырастут и станут спокойнее. Да. Главное, чтобы у нас была счастливая семья. А сейчас Ева непонятно где. Я тут подумала, Зак все-таки классный. Давай его брать. Сейчас же позвоню в детский дом. Проходи, Евочка. Ого, тут темно. Да, мы пока не успели поставить тут свет. Ну, дядя Тайлер, ну. Ну. Мы же огоньки. Вы чего, не знаете, как это делается? Ну? Точно! Видимо, мы уже стареем. И вообще, девочка, это твоя новая комната. Правда? Ну, конечно, не люкс-апартаменты, но тоже неплохо. Спасибо, тетя Рень. Хотя бы тут у меня будет своя комната. Ой, Крис пишет. А кто это там? Твой ухажер? Ну, как сказать? Тайлер, иди давай, посуду помой. Так она помыта уже. Тайлер, не тупи. Пали отсюда. А, не буду вам мешать. Ну что, Евочка, как давно вы встречаетесь? А, да, мы и не встречаемся, только вот первое свидание было. Как это мило! Я помню, как мы с Тайлером только начинали встречаться. Такая романтика была. Так друг друга любили. Мы сейчас тоже, конечно. Тетя Рельна, у меня там красивый жених ждет. Сначала. Ну ты, девочка, будь осторожнее. Ой, сбежала. Отъехала. Все, я ушел, всем пока. Другой, ну куда же ты? Разве не хочешь познакомиться с нашим сыном? Папуля, я так рад познакомиться! Отвали! Не до тебя сейчас! Мне нужно дочку найти! А, ну что, мне не рад? Не обращай внимания! Идем, я лучше тебе дом покажу! А, я уже думала, ты не пригласишь меня на второе свидание! Это еще почему? Ну, я же стихия, и не все к этому готовы! Знаешь... Мне на это как-то все равно. Главное, чтобы ты была хорошим человеком. Крис, ты лучший! Ой, аккуратнее, только не сожги меня. Ой, забыла. Предлагаю сходить в кино. Вот два билетика. Ух ты! Пойдем на последний ряд, на места для поцелуев. Ну, может быть. Крис, ты просто прелесть! Ой. Кажется, я переборщила с радостью. Ну, я дуреха. Да уж, кажется, фильм отменяется. И поцелуи, видимо, тоже. Ну, с поцелуями, думаю, можно решить. Доченька, ну где же ты? Нигде ее нет. Никто не видел мою малышку. Ну,
ну что делать? Это было невероятно. Ага. Ой. Блин, почему у меня во рту вкус угля? Это что такое? Око, не знаю. Часто у тебя такое при поцелуях? Ну, вообще-то это мой первый поцелуй, так что я не знаю. Ого, прикольно, что твой первый поцелуй достался мне. Надеюсь, что таких сюрпризов больше не будет. Надейся. Так, детишки, нужно вот этот мусор выкинуть отсюда подальше. Мам, это шмотки Евы? Да. И раз уж она с нами не живет, я решила, что это все нужно выкинуть. Ее нигде нет. Я не нашел свою доченьку Евочку. Я и в кино был, и у соседей. Ее никто не видел. А кто такая Ева? Еще одна моя сестренка. Забей, оно тебе надо? Это что, вещи Евы? Ну да. И они отправляются на свалку. Нет, вы никуда их не денете. Вы ненормальные. Папа, успокойся. Ева уже забыла нас, а мы ее. Ой, короче, ваш папа не в настроении. Идемте лучше так в комнату сделаем. Мама, ты лучшая. Мам, ты же говорила, что нет свободной комнаты, чтобы меня и Еву расселить. Ну, а для Зака я точно ее найду. Кажется, всем, кроме меня, пофиг на Еву. Нужно набрать сестре Кити. Ариэль Евочку точно любит. Может, поможет. Красный перчик. Обожаю. Дорогой, аккуратнее. Печет! Дорогой, ты совсем решил мне укладку сделать или что? Прости, просто перец и правда очень острый. Тетя, приветика, я уже дома. Вы посмотрите на нее. Такая счастливая. Неужели свиданка с Крисом удалась? Тетя, я потом все расскажу. Алло, Нейт? Ого, давно тебя не слышал. Понял, хорошо, передаю трубку Ариэль. Алло. У нас беда, Евочка сбежала из дома. Ева пропала? Ого! Меня здесь нет. А, мы не знаем, где она. Ева нам не звонила. Без понятия. Если будет что-то известно, набирай сразу. Хорошо, хорошо, пока. Фух. Спасибо, тетя Ариэль. И спасибо, что не сдали. Что? Там Ева? Я не хочу, чтобы они знали, где я. Пусть понервничают немного. Офигеть! Они скрыли, что Ева у них. Нужно срочно туда. Так, нужно сделать Крису подарок и отправить ему. Угу. Значит так. Этот уголек, чтобы он всегда вспоминал обо мне. А этим он сможет меня вызвать. Так, так, так. Что же еще нужно? О! Свечи. Точно. Доченька, я тебя нашел. Папа, ты что здесь делаешь? Я не хочу с тобой разговаривать. Вы предатели. Что так, Лики? Нейт? Да, я приехал. Я хочу забрать свою дочь. Я не против. Если Ева согласна, то конечно. Нет, Риэль. Ты сказала папе где? Это ты меня сдала. Я ничего не говорила, правда. Вы тоже предатели. Все, с меня хватит. Я лучше буду бомжевать на улице. Никогда не останусь с вами. Блин, надеюсь, Крис дома. Чего? Ого, неожиданно. Крис, у меня беда случилась. Можно у тебя перекантоваться? Так вот зачем ты спрашивала мой адрес? Ну, вообще, не для этого. Я хотела тебе подарок подарить. А вот, держи. Но пришлось бежать от тети и дяди. Ладно, заходи. Там подробно все расскажешь. О, подарок из неба! Зак, я хочу выставить с тобой фотку в Инстаграм. У тебя есть аккаунт? Давай отмечу. У меня нет Инстаграма. В
детском доме нельзя было иметь телефона. Тогда мы его срочно тебе сделаем. Детишки, у меня для вас хорошая новость. И какая же? Вы едете в круиз вдвоем! Так вам точно будет веселее! Ура! Мама Кити, ты лучшая! А что с Евой? Ее так и не нашли? Какая Ева? Я уже и забыла! Мы уже не помним эту девчонку! А кто такая Ева, скажете мне? Так, надеюсь, Еве все понравится, что я приготовил. Ого, а что это тут такое? А я это приготовил ужин для нас. Присаживайся. Крис, это так мило. Что будешь есть? Рис, салатик? Ну, вообще-то я ем уголь и смолу. И салатики тоже из угля. Блин, точно. Как же я не подумал. Ну, ничего страшного, можем посидеть и без еды. Слушай, у меня тут для тебя подарок есть. Вот, новый телефон, держи. Офигеть! Офигеть! Мне никогда не дарили таких подарков! Крис! Ева, спокойнее! Ой, прости, прости! Тебе опять горячо? Прости. Ладно, нужно срочно здесь... соцсети войти. Да-да, кстати, и подпишись на меня уже в Инстаграме. Ну, пора бы уже, встречаемся. Официально уже, да? Так. Стоп, чё это? Мой любимый братик? Ты что такое? Тина выставила фотку! Они установили нового ребенка! Какой ужас! Ну, не переживай, я тебя не брошу. Прости, Крис, и до тебя сейчас. Тут кто-то есть? Ау! Не поняла, вы кто и почему зашли к нам в дом? Я социальный работник. Я узнала, что ваша дочь сбежала. Глупости. У меня дети Зак и Тина, а Ева ушла по собственному желанию. Ну, тогда мне все равно нужно проверить ваш дом и заполнить документы. Доченька, Евочка, вернись, я без тебя не могу. Вот он, мистер Нейт. Я его нашла. Привет. Удивлен? Вы что тут делаете? Да так, в гости зашла. Элис, вы меня обманываете. Говорите, зачем вы тут? Идемте на свидание. Ты чего? У меня семья. Твоя жена ненормальная. Выгоняет ребенка, потом нового усыновляет. Женись лучше на мне. Мам, кажется, эта тетенька хочет увезти нашего папу. Ну иди сюда, соцработница! Идите сейчас! Дорогая, я тут ни при чем. Ты предатель! Как ты мог? Я ничего не делал. Я просто поделился с первым попавшимся человеком, что Ева сбежала. Зак, идем отсюда. Кажется, мы тут лишние. Это предательство! Вот видишь, тебе неприятно. А как же наша Еве? Ты же тоже ее предала и усыновила Зака. Что вообще происходит? Что на меня нашло? У нас же была нормальная семья. А сейчас что? Что я наделала? Нужно все исправить. Немедленно. Девочка, не плачь. У них новый сын. Я им не нужна. Ну ты чего? Не выдумывай. Они просто погорячились. Это мама. Если что, меня тут нет. Ева, я знаю, что она здесь. Нет, у нас нету никакой Евы. Тебе просто показалось. Я хочу извиниться. Я сделала много глупостей. Я очень люблю свою дочку Еву. Свой огонек, который так похож на меня. И я никогда ее не брошу. Мама! Прости меня. Прости, что сбежала. Доченька, это я виновата.
Идем домой. Я обещаю, что больше такого никогда не повторится. Мама, ты у меня самая-самая лучшая. Я обещаю, что буду вести себя хорошо. Надеюсь, у них все наладится. И Китти с Евой не сожгут друг друга. Ну, привет, Тина. Ты, видимо, мой новый братик Зак. Ну, да. Ну, что ж. И, ну, ты что, нас в пар превратишь? Ну, как тебе сказать? Идите, я вас обниму! Братик, сестренка! Я думал, ты злишься. Ой, да ладно тебе, ну, у меня и подарки для вас есть. Да? А какие? Ловите! Я так и знала, Ева, ты ненормальная. Ой, у меня ж как раз обувь испачкалась. Я так рада, что мы воссоединились всей семьей. И она стала больше. Ура! Мам, пап, сегодня я еще хочу вас познакомить со своим парнем. Он вот-вот придет. Офигеть, у этой дуры уже и парень есть. Заткнись и завидуй молча. О, а вот, кажется, Крис пришел. Я сейчас. Давай, проходи быстрее. Ева, я там свою маму еще позвал. Ты же не против? Нет, конечно, пусть заходит. Мам, пап, Крис пригласил свою маму. Вот это сейчас знакомство будет. Всем приветик, не ждали? Я поняла. Ты что тут делаешь? Это моя мамуля. Ого, вот это да. Кажется, сейчас будет весело. А давайте забудем, что было раньше. Как будто мы только познакомились, хорошо? А ну иди сюда! Мамы подружились. Вот это моя комната. Вы тут с сестрой живете? Ну, да. Надеюсь, родители сделают нам нормальные раздельные комнаты. Кстати, я забыла кое-что спросить. У тебя же мама тоже стихия? Ну, ты мне просто ничего не говорил. Ева, ну я хотел тебе сказать. Я по маме должен был быть стихией земли, но я не превратился. Серьезно? И ты молчал? Ну да. Я не знал, как ты отреагируешь. Может, ты против совмещения стихий? Да у меня родители тоже разных стихий. Ничего в этом такого нет. Да есть. Может, я вообще никогда не превращусь в стихию? Это тоже не проблема. Ты мне и таким нравишься. Ой-ой-ой. Горячо. Опять переборщила. Эй, что это такое? Крис, ты просто в порядке? Я не понимаю, что происходит. Офигеть, Крис, ты зарастаешь растениями. Любимый, давай больше никогда не ссориться. Давай, у нас ведь теперь такая большая семья, и нужно быть дружными. Думаю, наши дети теперь точно будут жить дружно. Ой, боже, ты меня бесишь! Сама отвали! Мама, Зак хочет забрать себе ванную комнату и жить там в воде, но я тоже хочу! Это будет моя комната! Я старше! Родители! Крис превратил нас в стихию земли! Ого, ну и где же сам Крис? Вот он, Крис! Он превратился в кустик! Доченька, а там точно Крис? Или ты с ума сошла и с горшком встречаешься? Крис, что ты там застрял? Выходи давай! А, Ева, я реально застрял, помоги! Это сумасшедший дом! Это точно! Это тоже не проблема. Ну все, давай. Тоже хочу воду. Ты?
Давай, ты офигела? Да. Будь здоров, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Не хватает. Все нормально. Дуси. Это он не шутит. Это не хватает Дуси, которая убирает смех. Это первый раз, получается, засняли, да? Да. Говорю, не хватает именно вот Дуси, которая побольше, подольше. Начинает ржать, Зак этот битбоксит, я угораю с Дуси, затем. Там такой коннект был, ребята. Как думаете, кто такой Дуся? Да. Я думаю, все догадались. Все знают. Очень быстро. Молодец. Такой смотреть не буду. Маленький, худенький. Чуть-чуть покрашен. Надеюсь, что таких сюрпризов больше не будет. Надейся. Матерь Божья. Дорогой, давай больше никогда не ссориться. Давай! У нас ведь теперь такая большая семья. А что тебе разнесло? Я так странно сказала, дорогой, с каким-то русским акцентом. Петельчанка. Дорогое.